Друзья, всем привет! С вами мотосалон «Моторчик». Меня зовут Александр. Сегодня я расскажу вам о новом поступлении. Это квадроциклы Башан Explorer 300. Доступны они у нас в трех цветах. Белый, серый и здесь еще пока не стоит зеленый. Просто мы спешили записать вам видео, не успели собрать. Давайте вкратце пробежимся по характеристикам и по основным его особенностям. Итак, начинаем с внешнего вида. Выглядит он действительно, ну, очень здорово, современный. У него по кругу диодное освещение, металлический бампер спереди, металлический бампер сзади. Есть защита рук, зеркала, литые колеса с классным рисунком и шар фаркопа. По техническим данным, соответственно, здесь двигатель 300 кубов, карбюраторный, 21 лошадь. Этот квадроцикл и заднеприводный, поэтому для сильной грязи не подойдут, но для каких-то лайтовых покатушек на даче, да в принципе даже и в легкой грязи, вполне себе сойдет. По передней подвеске все как всегда, многорычажка на А-образных рычагах, рычаги достаточно мощные, поэтому никакой какой-то неуверенности, да, когда смотришь на эту подвеску, у меня не возникает, все сделано хорошо, добротно. Сзади подвеска маятниковая с одним амортизатором. И прошу обратить внимание, что квадроцикл у нас с редуктором, это не цепной квадрик. Тормоза гидравлические, спереди на каждом колесе суппорт, сзади один на оси. По оснащению, скажем так, по наворотам, как я уже говорил, по кругу диодное освещение. Приборная LED-панель с классной графикой, которая показывает все основные функции. Это обороты, выбранная передача, скорость, время, пробег, температура двигателя и остаток топлива в баке. Да, еще хотел сказать, что охлаждение здесь жидкостное, все как у взрослых квадриков. Вариатор, есть понижающая передача, это достаточно удобно, если вы опять же где-то в грязи, либо тащите какой-то прицеп за собой, либо нужно куда-то в горку заехать. Есть USB разъемы, есть 12 вольт. По свету это у нас ходовые огни. И, соответственно, дальний свет. Все смотрится прям супер. Сзади, в принципе, все то же самое. Все сделано на диодах. Не знаю, по мне так выглядит как, ну, не знаю, мне напоминает какой-то суперкары, скажем так. При этом техника, в принципе, доступная, все у нас в наличии. По дорожному просвету, да, дорожный просвет у него 22 сантиметра, это немало. По габаритам длина у него 2 метра, ширина где-то 1200 и высота по руль 1300 миллиметров. То есть он больше, чем 200, ну, как полноценный 300-кубовый квадроцикл, в принципе, как Линха и Маха, но сиденье при этом у него удобнее. Оно более длинное, более широкое, из нескользящего материала. Все сделано очень приятно. Есть подкрылки, ничего не висит. Проводка сделана хорошо. Все водонепроницаемые разъемы. Классные квадроциклы. Поэтому, если вам он понравился и у вас остались какие-то вопросы, вы хотите приехать, посмотреть их вживую, прокатиться, звоните нам, приезжайте, будем вас ждать. Всем пока!